Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! На календаре 21 июня, воскресенье. И мы приветствуем всех, кто приобрел билеты 134-го тиража «Жилищного 3» и с нетерпением ждет начала розыгрыша. Мы также приветствуем тех, кто присоединился к нам этим утром и кого интересует, как же за 50 рублей можно стать миллионером, выиграть квартиру или просто увеличить семейный бюджет. Это очень просто. Приобретайте билет на очередной тираж «Жилищного 3», играйте вместе с нами и выигрывайте. У меня есть очень хороший пример. Это Сергей Тарасенко из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он участвует в наших розыгрышах около 2 лет. И вот, наконец, в 116-м тираже ему улыбнулась удача, и он выиграл квартиру. По рассказам Сергея, его коллеги подшучивали над ним из-за того, что он принимал участие в «Жилищном лотерее». Но как только Сергей стал миллионером, коллеги тут же побежали в лотерейный киоск, чтобы приобрести билеты. Свой выигрыш Сергей решил получить в денежном эквиваленте и положить эти деньги в банк. Это его право, ведь каждый участник «Жилищной лотереи» вправе распоряжаться своим выигрышем так, как пожелает. В прошлом тираже один из крупных призов – 5 миллионов рублей – достался нашему участнику из Башкортостана. Сегодня мы обещали разыграть 10 призов по 500 тысяч рублей, но приготовили для вас сюрприз и разыграем 15 призов по 500 000 рублей. Кроме того, конечно же, разыграем наш суперприз и множество других денежных призов. Итак, общий призовой фонд на сегодня составляет 15 миллионов 45 тысяч 450 рублей. Наш суперприз сегодня – 3 миллиона 175 тысяч 450 рублей. А с первого тура мы начинаем розыгрыш призов по 500 тысяч рублей. Желаем вам удачи и запускаем лототрон. Номер 47. 63. Номер 63. 51. Номер 51. 67. Шар номер 67. Внимание! Следующий ход 5-й, а это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз, который составляет 3 миллиона 175 тысяч 415 рублей. Мы ждем 5-й шар и запускаем лототрон. 76. Номер 76. Суперприз сегодня не разыгран, его призовой фонд переходит в следующий тираж. Но розыгрыш первого тура продолжается. Я напомню, что сегодня мы в нем разыгрываем призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 34. Номер 34. Стоп, игра. Приз первого тура разыгран. Поздравляем нашего участника из Москвы. Вы выиграли 500 тысяч рублей. Ну а сейчас переходим во второй тур сегодняшнего тиража «Жилищной лотереи». И в нем мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 56. Номер 56. 15. Шар номер 15. 30. Номер 30. 10. Шар номер 10. 54. Номер 54. 21. Номер 21. 29. Шар номер 29. 20. Номер 20. 39. Шар номер 39. 8. Номер 8. 83. Шар номер 83. 23. Номер 23. 26. Номер 26. 72. Шар номер 72. 48. Номер 48. 87. Номер 87. 82. Шар номер 82. 80. Номер 80. 24. Шар номер 24. 60. Номер 60. 71. Номер 71. 22. Номер 22. 2. Шар номер 2. 66. Номер 66. 61. Номер 61. 37. Номер 37.
74. Номер 74. 43. Номер 43. 18. Шар номер 18. 52. Номер 52. 11. Шар номер 11. 27. Номер 27. 6. Шар номер 6. Стоп, игра. Во втором туре выиграли два билета, приобретенные в Москве и Бурятии. Каждый из вас выиграл 500 тысяч рублей. Поздравляем вас от всей души. Ну а сейчас пора бы начать третий тур жилищной лотереи. Илья, что мы в нем разыграем? В нем мы по-прежнему будем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 9. Номер 9. 89. Шар номер 89. 69. Номер 69. 42. Шар номер 42. 81. Номер 81. 41. Номер 41. 70. Шар номер 70. 64. Номер 64. 62. Шар номер 62. 86. Номер 86. 78. Номер 78. 59. Номер 59. 90. Номер 90. 79. Шар номер 79. 77. Номер 77. 44. Шар номер 44. 57. Номер 57. 4. Шар номер 4. 17. Номер 17. 14. Номер 14. 58. Шар номер 58. 36. Номер 36. 16. Номер 16. Стоп, игра. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Иркутской области. Мы вас поздравляем, вы выиграли 500 тысяч рублей. Сейчас мы переходим в четвертый тур жилищной лотереи, и в нем мы продолжим разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 35. Номер 35. Выиграл один билет, приобретенный в Кемеровской области. Вы выиграли 500 тысяч рублей. Поздравляем вас. Сейчас мы начинаем пятый тур жилищной лотереи, и в нем мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Поверьте, такое бывает. Запускаем лототрон. 31. Номер 31. Выиграли три билета, приобретенные в разных регионах нашей страны. Выигрыш 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Ну что же, начинаем шестой тур жилищной лотереи, и мы в нем тоже разыграем призы по 500 тысяч рублей. Скорее запускаем лототрон. 38. Номер 38. Продолжаем наш розыгрыш. 46. Номер 46. В шестом туре выиграл один билет, приобретенный в Томской области. Ваш выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем. Продолжаем наш розыгрыш. Призы по 500 тысяч рублей. Начинаем седьмой тур. 12. Шар номер 12. Оставшиеся 6 призов по 500 тысяч рублей поделили между собой 7 участников. Таким образом, выигрыш каждого из вас составил 428 тысяч 500 рублей. Поздравляем! Илюш, а что мы разыграем в следующем тираже жилищной лотереи? А ровно через неделю мы разыграем для вас 5 квартир. Если у вас еще нет квартиры, приобретайте вот такие билеты на следующий 135-й тираж жилищной лотереи. А если вы уже решили свой квартирный вопрос, тогда вас ждут денежные призы. Ведь в следующем тираже в лототроне останется всего 3 шара. А мы продолжаем розыгрыш денежных призов сегодняшнего тиража. Размер денежного приза вы будете видеть на своих экранах. Итак, запускаем лототрон. 75. Номер 75. 53. Шар номер 53. 85. Номер 85. 13. Шар номер 13. 1. Номер 1. 40. Номер 40. 3. Шар номер 3.
84. Номер 84. 33. Номер 33. 88. Шар номер 88. 25. Номер 25. Напоминаем, что теперь розыгрыш призов всех телевизионных государственных лотерей проходит по воскресеньям, а не по субботам. 45. Шар номер 45. 65. Номер 65. 50. Номер 50. 28. Шар номер 28. 73. Номер 73. 49. Шар номер 49. 7. Номер 7. 55. Шар номер 55. Стоп, игра! Это был последний ход 134-го тиража жилищной лотереи. В нашем лототроне осталось 4 шара, сейчас я назову их номера. Это шар номер 5, 19, 32 и шар номер 68. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Просто проверьте, если ни одного из этих номеров, озвученных Викой, в вашем билете нет, это значит, что вы выиграли. Дорогие друзья, обращаем еще раз ваше внимание на обновленные билеты жилищной лотереи. Они стали ярче, а призы крупнее. Этим летом мы будем разыгрывать 44 квартиры, 30 автомобилей, 5 призов по 1 миллиону рублей и много других денежных призов. Приобрести билеты жилищной лотереи можно в лотерейных киосках вашего города, магазинах «Связной», салонах связи «Евросеть», «Альтелеком», в отделениях Почты России и, конечно, на сайте stoloto.ru. Осуществляйте ваши мечты вместе с нами. На сайте stoloto.ru в круглосуточном режиме вы можете проверить, выиграл ли ваш билет. Кроме того, не забывайте, результаты тиражей публикуются в газете «Аргументы и факты» по средам. Дорогие друзья, мы очень рады, что с каждым днем все больше людей становятся участниками наших лотерей. И стараемся делать все возможное для того, чтобы билеты государственных лотерей были доступны жителям всех уголков России. И мы хотим сообщить хорошую новость тем, кто живет или работает в Москве недалеко от станции метро «Пролетарская». Теперь у вас есть возможность приобретать билеты всех государственных лотерей в торговом центре «Метромаркет» на втором этаже. Просто найдите стеклянную стойку «100 лото», выберите интересующую вас лотерею, тираж и выигрывайте. После рекламы вас ждет «Русское лото». Не переключайтесь. Увидимся ровно через неделю. Пока. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро, здравствуйте! А вот уже 35 лет в нашей стране каждое третье воскресенье июня отмечается праздник. День медицинского работника. Вообще нет ни одного человека в нашей... Да чего там в нашей стране, во всем мире, который хотя бы один раз не соприкоснулся с медициной. И не мудрено, потому что каждый человек хочет прожить активную, настоящую, полную, переполненную жизнь. Да, все-таки медицинским работникам мы доверяем самое важное – свое здоровье и здоровье своих близких. Да, вот у поэта Льва Ошанина есть такие стихи. «Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы. Низко я поклониться хочу людям в белых халатах». С днем медицинского работника вас, люди в белых халатах! Желаем вам успехов, терпения и, конечно, милосердия. Да. Ну, а всем присутствующим в студии пожелаю здоровья и удачи. Вот именно удачу мы сегодня и проверим в нашем 1080-м тираже лотереи «Русское лото». Я подставил игровой мешок, и Ирина Хусейна вращает снаряд. И мне остается только пожелать удачи тем, кто играет в «Русское лото». Призовой фонд сегодняшнего тиража «Русского лото» составляет 24 284 075 рублей. Наш джекпот растет, становится все больше и больше. На данный момент он достиг 7 миллионов 220 тысяч рублей. Ну, интересно было узнать, что там мы разыграем в первом туре «Русского лото», Инночка. В первом туре «Русского лото» мы разыграем 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей! Ну и разыгрываем номер 57. 57! Прямо с первого искусственного спутника Земли. Номер 17. 17! Эх, где мои 17? Номер 4. 4! Все 4 колеса. Номер 71. 71! Илья Ковальчук, номер 26. 26! Бакинских комиссаров. Стоп, игра! Стоп, игра! Мы желаем
ходу выиграл один билет, приобретенный в Волгограде. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей! Поздравляем! Ко второму туру, и в нем мы разыграем 210 тысяч рублей. 210 – это больше. И тут же продолжаем нашу игру номер 90. 90. Дедушка во втором туре начал игру номер 54. 54. Вперед и дальше. Так, дедушка номер 79. 79. Золото. Золото. Золото номер 42. 42. Сороковые пошли. Номер 27. 27. А это номер 28. 28. Все на косину подряд прям прошло. Номер 75. 75. 75 на неделе. Номер 80. 80. Сегодня 1080-й тираж русского лото. Номер 38. 38. Попугаев. Внимание. Внимание. Следующий ход 15. Это значит, что джекпот русского лото, который составляет 7 миллионов 220 тысяч рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Удачи. Итак, мы пробуем разыграть наш суперприз джекпот. Номер один. Один, первый. Джекпот сегодня не разыгран, но его призовой фонд переходит в следующий тираж. Ну и что? Ничего. Рано или поздно будет разыгран номер пять. Отлично. Номер три. Три. Играем во втором туре. Номер 23. 23. Верхняя или нижняя карточка вашего билета. Номер 22. 22. Ну-ка, покрякай. Кря-кря, утятки. Номер 21. 21. На единичку меньше. А это номер 55. 55. Перчаточки, перчаточки. Да. Номер 40. 40. Алибаба и 40. Номер 34. 34. А это бочонок номер 60. 60. Пенсионер номер 32. 32. Эх, три притопа, два приклопа. Номер 83. 83. А это бочонок номер 62. 62. Успеваете зачеркивать? Номер 31. 31. С Новым годом. Номер 81. 81. Бабушка и клюшка. Номер 85. 85. Так, номер 89. 89. Дедушкин сосед. Давай я перемешаю. Давайте. Нас всегда просят наши игроки в студии. Перемешивайте почаще. Ну, конечно, если тебе не очень везет, то хочется, чтобы все изменилось к лучшему. Номер 59. 59. А этот бочонок 56. 56. Вот теперь. Номер 69. 69. Туда-сюда. Туда-сюда. Номер 65. 65. А это бочонок номер 15. 15. Жюль Верн, 15-летний капитан, номер 2. 2. Служили два товарища. Ага. И оба служили русскому лото. Вот мой товарищ. Ты номер 29. 29. А это бочонок 48. 48. Половину просим. Половину. Стоп, игра. Стоп, игра. Во втором туре выиграли два билета, приобретенные в Республике Саха и Иркутской области. Выигрыш 105 тысяч рублей. На каждый выигрыш и билет. Поздравляем вас. Поздравляем. Мы с удовольствием напоминаем, что 28 июня в 1081 тираже, который будет посвящен Дню молодежи. Да. Мы разыграем 7 автомобилей и 20 скутеров. Ну а наши замечательные билеты послужат прекрасным подарком для тех, кто хочет стать автовладельцем. Напоминаем, что приобрести наши билеты по-прежнему можно в лотерейных киосках вашего города, в отделениях Почты России, в магазинах Связной, салоны связи Евросеть, Альтелеком и в интернете на сайте stoloto.ru. Молодежь, покупайте билеты! Итак, мы продолжаем. Что мы разыграем в третьем туре, Инночка? С третьего тура мы готовы разыграть 8 призов по 500 тысяч рублей. Удачи! 8 призов по 500 тысяч рублей. Поехали! Номер 18. 18. Жизни раз бывает. Жизни раз. Номер 84. 84. Теперь, чтобы победить в третьем туре, номер 16. 16. И выиграть один из призов, номер 44. 44. Нужно успеть зачеркнуть все 30 номеров билета, номер 78. 78. Причем надо это сделать быстрее и раньше всех тех, номер 25. 25. Кто купил билеты сегодняшнего тиража, номер 30. 30. Все 30 номеров билета. Итак... Борьба идет номер 61. 61. Гагарин номер 41. 41. Борис Лобренев номер 9. 9. Точка внизу, Айвазовский номер 49. 49. Вперед дальше. Номер 52. 52. Номер 51. 51. На единичку меньше. Номер 53. 53. Холодное лето. Ох, номер 45. 45. День победы. День победы. Номер 24. 24.
День и ночь, сутки прочь, 39! 39! А это бочонок номер 8. Обручальное кольцо, да. Бесконечное обручальное кольцо. Ты же не замужем, молчи. Номер 77. 77. Топорики. Номер 50. 50. Ровно полтинник. Номер 82. 82. Бабушка надвое сказала номер 33. 33. Кудри. Номер 20. 20. Лебединое озеро. Номер 7. 7. 7 нот. Стоп-игра. Стоп-игра! Определился победитель третьего тура. Он приобрел свой счастливый билет в Новосибирске. Выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем вас! Итак, 500 тысяч. Есть первый победитель. Мы готовы продолжить розыгрыш по 500 тысяч рублей. Мы продолжаем розыгрыш призов по 500 тысяч рублей. Номер 88. 88. Выигрыш. Один билет. Выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем вас! Итак, есть два выигравших. Призы еще есть. Номер 67. 67. Они у нас всегда есть, Михаил Борисович. Выиграл один билет, выигрыш 500 тысяч рублей. Поздравляем. Итак, три победителя. Номер 14. 14. Стоимость пяти призов по 500 тысяч рублей поделили между собой сразу 6 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 416 667 рублей. Поздравляем вас. Уважаемые телезрители, ну а с помощью «Русского лото» вы сможете круто улучшить вашу жизнь. Потому что этим летом мы специально для вас разыграем 14 загородных домов, 13 легковых автомобилей, 3 внедорожника, 9 квартир, из которых 3 на море. Но и это еще не все, Михаил Борисович. Мы специально для вас разыграем 10 туристических путевок, скутеры, бани и крупные денежные призы. Играйте вместе с нами и верьте, все получится. Ну что же, мы готовы к розыгрышу 5 призов по 200 тысяч рублей. Удачи! Итак, теперь призы по 200 тысяч рублей. Номер 46. 46. Стоимость 5 призов по 200 тысяч рублей поделили между собой сразу 6 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 166 667 рублей. Поздравляем вас. Итак, есть победители по 200 тысяч рублей. Ну а теперь... Наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. И мы его разыгрываем. Номер 43. 43. Сталинград, теперь будьте особенно внимательны. Номер 35. 35. Сумма выигрыша в каждом туре. Номер 63. 63. На вашем экране номер 64. 64. Номер 86. 86. Номер 6 и точка внизу. 6 точка внизу. Номер 70. 70. Ровно. Надо успеть зачеркнуть все 30 номеров своего билета. Номер 72. 72. До окончания игры. Номер 11. 11. Барабанные палочки. Номер 13. 13. Любимое число Ириды Хусаиновой. Номер 36. 36. Это ее температура. Номер 12. 12. 12-я ночь. Это бы ей неплохо бы сыграть. Номер 66. 66. Валенки. Номер 68. 68. Точечка внизу. Номер 74. 74. Так. Номер 19. 19. Мы приближаемся к финалу. Номер 10. 10. Чирик. Чирик, чирик. Номер 58. 58. Номер 47. 47. Серебро. Опа. Это был последний ход сегодняшнего тиража «Русского лото». Уважаемые участники «Русского лото», сегодня было разыграно призов на общую сумму 23 194 тысячи 75 рублей. Играйте и обязательно выигрывайте. Так, а мы, заканчивая игру, высыпаем из мешка все, что в нем осталось. Осталось 4 бочонка. Я называю их номера, Ирида проверяет мешок. Мешок пуст. Мешок пуст. И вот эти номера. Номер 76. 76. Номер 87. 87. Номер 73. 73. И номер 37. 37. Эти номера зачеркивать не надо. По ним еще раз нужно проверить игровую сетку вашего билета. Если в ней нет ни одного из этих 4 номеров, это значит ваш билет выиграл! Мы вас от души поздравляем и напоминаем, что проверить, выиграл ли ваш билет, вы можете на странице газеты «Аргументы и факты» по средам и на сайте stoloto.ru. Итак, наш сегодняшний тираж «Русского лото» подошел к концу. И мне хочется, чтобы очаровательная Анжелика Агурбаш завершила его песней, которая называется «Заново рождена». Мы очень рады, что с каждым днем становится все больше участников наших лотерей. Мы стараемся сделать все для того, чтобы наши билеты были доступны жителям всех уголков России. Спешим сообщить вам прекрасную новость для тех, кто живет или работает в Москве недалеко от станции метро Пролетарская. У вас появилась замечательная возможность приобрести билеты всех государственных лотерей в торговом центре «Метромаркет» на втором этаже. Найдите стеклянную стойку «Столото», выберите билет любой лотереи, играйте и верьте в свою удачу!
моего прощения. Но улетают птицы серые, вновь улетают мысли о тебе. Хочешь, я притворюсь, что боли не было, и прошлое оставлю за окном, но для тебя решила я давно. Хочу перечить времени, достаточно залечит раны все, но будут шрамы.